Привет всем! Сегодня будем делать малосольные огурчики, богатые витаминами. Нам понадобится 2-литровая баночка на 2 литра. Нам надо 1 килограмм огурчиков. Вырезать надо нам попки все. Яблоко обязательно. Здесь вот 2 яблочка у нас, зеленые, чтобы были. Сердцевину не удаляем, только попочку и хвостик. Пучок нам нужен будет петрушки, пучок укропа, 8 листиков смородины, 1 головка почищена чесночка и 10 перчинок. Ребят, я вот отсчитал уже перец. Засыпаем его в банку. Берем чеснок на дно. Берем смородины, листья черной смородины, туда же на дно. Пучки зелени. 1, 2. Отправляем туда 6 кусочков яблока. Это одно яблочко получается. И начинаем укладывать огурчики наши. Ребят, вот мы уложили. Смотрите, как аккуратненько наши огурчики. Теперь укладываем туда яблочки наши. И готовим рассол. В итоге на литр воды нам надо 2 ложки соли. У нас здесь гроза начинается. 2. И заливаем кипятком. Ножик обязательно подложить надо под дно банки, чтобы у нас баночка не лопнула. Заливаем кипятком. Берем ложкой, размешиваем, чтобы вся соль наша разошлась. Подкладываем ножик под эту банку и начинаем наш рассол заливать в наши огурчики. Смотрите, как у нас яблоки находятся, это чтобы не обжечься. Вот. Накрываем крышкой и ставим на сутки комнатную температуру. Через сутки наши огурчики будут очень вкусные. Ребят, кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.